Всем здорово! Сегодня у вас на ремонте телефон Samsung Galaxy J3, точнее J320F, J316 года. Будем менять дисплей. Дисплей, правда, я еще не купил, надо подготовить все под замену. Так что сейчас его разберем пока. Винты я уже выкрутил, чтобы не затягивать время. Дисплей у нас AMOLED, битый. Будем его снимать варварски. Нам его не жалко, нам он никуда не идет. Стекло нам тоже с него в принципе не нужно. Пластиковой картой попробуем сначала подлезть. Да, по аналогии G530, насколько я помню, аппарат разбирается. Аппарат склеен у нас по кругу к рамке. Единственный у нас нюанс, у нас нижние клавиши кроете. Вот эти они у нас шлейфом идут под тачем, под стеклом точнее. И это очень так неприятно. Вот так вот вытащили плату. Так выглядит у нас крышка, крышку в сторону. Шлейф дисплея мы отстегнули уже, шлейф камеры вместе с камерой извлекаем фронтальный. Далее нам нужно извлечь плату, отключаем эти самые нижние клавиши. Они отключаются вот здесь. Отключаем разъем 3.5 джек, должен вмешаться будет, и потихоньку аккуратно извлекаем плату из корпуса. Она у нас на защелках сидит довольно таки плотно. Легким движением поддеваем ее и извлекаем. Очень тонкая плата. Вот так она выглядит. Убираем в сторону. Так. Берем, наверное, изопропанол, я думаю. И маленько подливаю изопропанол. Без нагрева. Так как сепаратор я еще не купил. Сейчас будем разбирать. Так, думаю, хватит лить изопропанол. Изопропанол лить хватит. Пахнет он ужасно, честно говоря. Берем пластиковую карту. Вот такую уже. Побитую временем. И стараемся подлезть между стеклом и корпусом. Вот таким вот образом. Карточки я новые заказал на Джуме. Они где-то едут. Так, продолжаем срезать дисплей. Аккуратно. В принципе, можно и неаккуратно. Вот в этом месте аккуратно надо 100%, чтобы кнопки не повредить. Они у нас прямо под стеклом. Они на шлейфе. Проблема в том, что у нас в городе в магазинах я их не нашел. А ждать с Китая их как минимум 2 недели. Что-то мне не хочется их ждать. Так, ну что. Дисплей у нас почти отклеен. Осталось пару нюансов только. Отклеить у нас от корпуса. Расслоился. Значит, будем разбирать так. Вот таким вот образом будем разбирать. Так.
Да, кнопки мы не повредили. Шлейфа у нас целые. Кнопка Home у нас на месте. Сейчас аккуратно оторвем все лишнее. Чтобы не крошить, сейчас, секунду. Чтобы не крошить над столом стеклами. Над полом это все сделал. Убираем вот этот вот медный экран. Он нам тоже не нужен. Все. На этом телефон разобран. Сейчас поеду, съезжу, куплю новый дисплей. И буду собирать. Вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч. Пока-пока.